Буквально накануне доктор медицинских наук оценил шансы образования тромбов у Романа Костомарова. Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил перспективы дальнейшего лечения фигуриста Романа Костомарова. Ранее сообщалось, что спортсмену сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей. В планах врачей подготовка протезов для рук. Хороший знак, что Романа готовят протезом. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума. Конечно, все излечить невозможно. Сколько может быть осложнений в будущем, если не будет при этом должного наблюдения? Но остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента. Сложно определить, куда он может переместиться, в этом его большая опасность. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления спортсмена, сказал Шестаков в беседе с одним из известных корреспондентов.